Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за высказывания Мухтара Аблязова. Казахстан продолжит его преследовать. Аблязов это понимает и боится. Продолжает говорить о гонениях по политическим мотивам, хотя никакой политики в его деле нет. В июле этого года суд Нью-Йорка уличил Аблязова во лжи и отверг его доводы о политическом преследовании. Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца. Поэтому Аблязов сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул, сказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпесов. Нурпесов обратился к тем, кто слушает Аблязова и выражает сочувствие. Аблязову нельзя верить. Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции, платит им за участие из денег, который украл у наших же граждан. Аблязов и его сообщники, активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК, вводят простых людей в заблуждение и намеренно превращают в правонарушителей. Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах. Уважаемые сограждане, призываю не поддаваться на провокации. Последствия – уголовная ответственность, сказал Сапарбек Нурпесов. Charles, yeah.